Перед просмотром данного ролика рекомендуется запастись попкорном. Сделали? А теперь поехали. Здравствуйте! В эфире программа «Общажный вопрос». И к нам сегодня пришло заявление от общежития номер 4. Мы немного поработали, и вот чего мы достигли. Да, вы можете не верить, но такого, прямо скажем, потрясающего результата мы достигли всего за 59 лет. А теперь я зачитаю некоторые жалобы студентов этого общежития. Они жалуются на плохие окна. Они жалуются, мы поставили стеклопакеты. Они жалуются на плохие полы. Они жаловались, мы поставили паркеты. Они жалуются на горячую воду, точнее на ее отсутствие. Они жалуются, мы их выселили. Ну что ж, а давайте теперь познакомимся с теми самыми обитателями общаги, правнуками тех самых жителей общаги, при которых мы начали ремонт. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, вы потомки тех самых студентов, при которых мы начинали ремонт? Совершенно верно. Ну и как ваше мнение, после ремонта общага стала лучше? Да, здесь стало намного лучше. Я готова оставаться здесь еще и еще, 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 еще и еще. Здесь стало намного лучше, чем в корпусе А после ремонта. Спасибо большое. Мы бы, конечно, показали целиком ремонт в общаге, но, к сожалению, в этом здании запрещено снимать. Итак, также наши спонсоры дарят вам подарки. Варенье фирмы «Чем богаты», пароли от компании IDC и обогреватели «Только перед вахтером не спалитесь». Это была телепередача «Общажный вопрос». Мы выходим раз в 59 лет по четвергам. Еще и еще, еще и еще, еще и еще. До свидания.